Вот лес. Что от него осталось? Еще недавно, этим летом, я собирал здесь бруснику, боровики, грибы. Эти деревья уничтожены. Кто-то может сказать, что они снова нарастут. Но чтобы они наросли, их, во-первых, надо сажать. Сажать. Во-вторых, здесь помимо деревьев были уничтожены дома животных. Крупных, мелких, птиц, ящериц, насекомых. Эти животные, которые были выгнаны со своих мест, куда им было податься? Пока ждать лес нарастет? Последнее, что осталось в этой стране, это лес. Его уничтожают, потому что деньги нужны срочно. Купить себе новые импортные автомобили, BMW X5, BMW X6, Audi e-tron, всякую хрень такую. Готовы вырубить все, уничтожить все, лишь получить сиюминутную выгоду. Oh no!